Отсутствие документов, необходимых на право проживания в России, стало причиной для принудительного выдворения 4 жителей Таджикистана и 1 гражданина Киргизии. На иностранных лиц сотрудниками УФМС были составлены административные протоколы, а сами граждане были задержаны. Решение суда они дожидались уже в специальном приемнике распределителя. За период 2012 года выдворено ангарской службой 51 лицо. За первый квартал 2013 года выдворено уже 24 иностранных гражданина или лица без гражданства. Для большинства из тех, кто принудительно покидает Россию, билеты приобретаются службой судебных приставов за счет государства. Лишь немногие иностранцы находят деньги сами, чтобы добраться до дома быстрее, чем хотелось бы. У меня просто был документ, паспорт, срок скончился, 25 лет. Я отправлял, только отправлял, привезли, нам поймали, не успели, как мы сделали. Судебные приставы обязаны не только в сопровождении группы ГБР доставить иностранцев до международного аэропорта в Иркутске, но и посадить их в самолет. С каждым годом, благодаря участию всех служб в процессе выдворения, нашу страну покидает все большее количество иностранных лиц и лиц без гражданства. Ольга Дерибера, Михаил Дрышкин, местное время.